Господу. И давайте мы откроем Божье Слово. Я хочу сегодня читать или начать свою проповедь с текста из книги «Исход», 20 глава. И мы будем читать со 2 стиха по 6 стих. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милости до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Аминь. Посмотрите, Господь давал израильскому народу, Божьему народу, Он давал Божьи заповеди, и практически каждая заповедь, она с определенным обетованием. Мы видим здесь, Бог дает заповедь, и Он указывает на одну очень важную вещь. Он говорит: «Я Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов». И в 6 стихе Он говорит: «И творящий милость в тысячи родов после тебя, если ты будешь соблюдать Божьи заповеди». До третьего рода наказывающий и до тысячи родов благословляющий, милующий и благословляющий. Друзья мои, вот если мы проанализируем нашу жизнь, и если мы начнем исследовать наше сердце, смотреть на свою жизнь, то мы увидим, что многие наши беды, проблемы, многие, не все, но многие, очень часто из-за того, что мы упорствуем или упираемся в то, что мы не хотим соблюдать Божье Слово. Мы не хотим соблюдать Божьи заповеди. Мы пытаемся Божьи заповеди подстроить под себя, нежели смириться под Божье Слово, покориться Божьему Слову, покориться Богу. В результате этого в нашу жизнь приходят проблемы, потому что слово, оно живо, оно действенно, оно не возвращается тщетным, оно не проходит тщетно. И вот сегодня я хотел бы говорить о таких вещах и для всех, для нас, чтобы мы вновь и вновь заглянули внутрь себя и посмотрели, может быть, что-то привели в порядок. Мы видим, речь идет о том, что Бог очень сильно ревнует нас. Ревнует нас, если мы, живя на этой земле, отдаем предпочтение кому-либо или чему-либо более, нежели самому Богу. Он ревнует. Я не знаю, известно ли вам такое понятие, как когда муж ревнует свою жену, или жена ревнует своего мужа. Обычно это происходит, но в какой ситуации? Если муж смотрит в сторону, да, смотрит на другую женщину, на чужую жену, и жена видит это, какая будет ее реакция? Определенная ревность будет присутствовать. Я не знаю, наблюдали ли вы такое, может быть, переживали в своей жизни. И то же самое наоборот. И это отнюдь за это не дарят цветы, за это не поощряют, не ведут в ресторан. Но напротив, ожидается неприятный разговор, некое смущение. Я не буду говорить сейчас о том, нужно ли нам ревновать своих мужей и жен друг к другим, да, когда что-то происходит, не об этом. Мы, как верующие люди, мы должны понимать, что в нашей жизни такого не должно быть. Мы должны быть верны своим мужьям и своим женам до
конца своей жизни, мы не должны давать им повод в чем-либо, мы должны научиться доверять. Я не об этом. Но я хочу, чтобы мы поняли с вами, вот это слово «ревнует». Когда мы отдаем предпочтение кому-либо или чему-либо больше, чем Богу, Бог ревнует нас. И эта ревность, она может выйти или выплыть в грех, в гнев. Он может гневаться на нас, чтобы повернуть наш взор вновь на Него, чтобы увести наш взор от кого-то или от чего-то другого и повернуть ко Христу, повернуть к Богу. Посмотрите, он, во втором стихе он ясно говорит: «Я Господь, я Бог твой». Он говорит: «Я тот, который спас тебя». В другом месте написано: «Нет другого Бога, кроме меня». Вот мы должны это усвоить и понять, что есть один Бог, который сотворил эту вселенную, который сотворил солнце, звезды, моря, сушу, леса, животных и в конечном итоге человека. Есть один Бог, которому мы должны, ну, отдавать предпочтение и понимать, что нет других богов. Ничто и никто не может сравниться с Его величием, с Его силой. Он говорит: «Я Господь, я Бог твой». Вы видите, Он сам говорит: «Я хочу быть твоим Богом». И так на самом деле и в жизни бывает, что Бог хочет быть нашим Богом, а люди не хотят. Они избирают себе что-то другое, то, что им удобно, то, что льстит их слуху, их сердцу, их взглядам. Они избирают себе что-то другое и начинают отдавать предпочтение этому чему-то другому, более чем Богу, который сотворил их. Третий стих – это заповедь, это повелительное наклонение. «Да не будет у тебя других богов». То есть Бог четко и ясно говорит: ты не можешь верить одновременно двум богам, трем богам. Ты не можешь. Других богов у тебя не должно быть. Только я твой Бог. И эта заповедь, она стоит номер один. И мы должны действительно понять это, осознать в нашем разуме, в нашем сердце, возлюбить Бога нашего всей душою, всей крепостью, всем разумением. Нет другого Бога. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Вы просто вдумайтесь в эти слова. Пред лицом Господа мы можем сделать себе другого Бога. То есть здесь лицо Господа, которое всегда обозревает нас, которое всегда смотрит на нас, и мы вдруг на Его глазах делаем себе другого Бога. Страшная картина. Очень страшная картина. Вы знаете, Писание говорит об определенной измене. Есть физическая измена, когда муж изменяет жене, и жена изменяет мужу. И он называет это прелюбодеянием. Но также есть и духовное прелюбодеяние, когда человек изменяет своему Богу. Духовно он изменяет своему Богу. И здесь в этом стихе написано: «Пред лицом моим вы изменяете мне, пред лицом моим вы можете сделать себе Бога или поклоняться другому Богу». И Он ревнует нас. Ревнует нас. Он не хочет, ну, в данной ситуации или в данном контексте, мне очень нравится это слово «ревнует», что Бог ревнует меня. Он не относится ко мне так легкомысленно, Он дорожит мной, Он любит меня, Он желает быть со мной, и Он желает ответной реакции от меня, чтобы и я был с Ним, чтобы и я пред Его лицом ходил с Ним, а не куда-то на сторону. А теперь давайте поподробнее. Что же подразумевает Господь? Четвертый стих. Не делайте себе. Оказывается, человек способен делать себе Бога. Сам. Делать себе Бога. Сделать себе Бога. Вы видите, вы понимаете разницу? Бог сделал человека, а человек, вместо того, чтобы поклоняться Богу, которого
который его сотворил, он делает себе Бога сам, собственноручно. И поэтому Господь ему говорит и говорит народу Божьему: не делайте себе. И дальше он поясняет разновидность вот этого божества в кавычках, которые люди делают себе. Посмотрите. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Посмотрите. Он описывает и говорит о двух вещах. Он говорит: не делайте себе кумира, раз. И второе: не делайте себе никакого изображения. И дальше поясняет: ни кумира, ни изображения того, что наверху, на земле внизу и в воде. Не делайте ни кумира, ни изображения. Вот послушайте, братья и сестры, это очень важная вещь. Это должно зафиксироваться в нашем разуме. Идолопоклонство – это то, что мерзость в глазах Господа. И Библия предостерегает нас от всякого рода идолопоклонства. Но что такое идолопоклонство? Или чем может являться идолопоклонство? Идолопоклонство – это когда вещь или человек – появляется в нашей жизни, и мы отдаем ему предпочтение, человеку или вещи, больше, чем Богу. Еще раз. Вещь или человек, которому мы отдаем предпочтение больше, чем Богу, является идолом, а мы являемся идолопоклонниками. А теперь просто проанализируйте свою жизнь и свое сердце. Что в вашей жизни является, или чему в вашей жизни вы отдаете предпочтение больше, чем Богу? Вы знаете, сегодня есть очень много популярных, известных людей. Некоторых мы никогда не видели и не увидим, возможно. Но мы про них слышим и мы знаем. Некоторые люди приводят нас в восторг, какую-то радость. Другие люди приводят нас в какое-то разочарование. Не знаю, ловили ли вы себя, смотришь, вдруг выходит какой-то политик, он так рассказывает хорошо, и тебя аж это захватывает, он так тебе нравится, твой любимый политик, которого бы ты слушал и слушал и слушал. Спортсмены, посмотрите, что происходило во время чемпионата мира по футболу. Сумасшествие. А люди брали кредиты. Мужчины, отцы брали кредиты. И билеты, которые стоили на эти чемпионаты, я говорю не про нашу страну. Я слышал истории, когда люди продавали, закладывали свои дома на Западе, чтобы приехать в Россию и побывать на участие их любимой команды. И платили огромные деньги. И жены ничего не могли сделать. И дети ничего не могли сделать. И это страшно, потому что что-то большее захватило сердце, захватило ум человека. Телеведущие, топ-модели, люди, которые обладают огромной популярностью, могут стать для нас кумиром. Вы знаете, что я наблюдаю? Даже пастор может стать кумиром. Когда пришла одна женщина, и она так
после служения подошла, ой, вы так, такая проповедь у вас была, вы такой, так грамотно, можно я вашу ручку поцелую? И она взяла и начала подносить в прямом смысле мою руку к своим губам, чтобы поцеловать. Я говорю, что вы делаете? Что вы делаете? Ну, конечно, нам нравится, когда нам ручки целуют. Это же нам льстит. Но это правда. Даже пастор может стать кумиром. И мы, как люди верующие, мы должны глубоко в свое сердце отложить это. Никто из людей не должен затмевать нам Иисуса Христа. Я наблюдаю на некоторых, ну, смотрю на некоторых родителей, наблюдаю такую вещь. Не в нашей церкви, нет. Но я вижу очень часто, когда для многих родителей дети становятся кумирами. Они живут ради детей. Они все посвящают детям. Все для детей. Самое лучшее, самое... Вы знаете, это доходит даже до такого серьезного сумасшествия. И приходит трагедия. Когда Бог ревнует нас кому-либо другому, кому мы отдаем предпочтение. Вы понимаете, в чем проблема? Вот Бог наделил человека дарами. Правда? Вот мы смотрим на людей. Вот даже вот сегодня сестра вышла, и она спела... такую сочинила песню, и так профессионально, да? Мы смотрим, но мы ведь должны понимать, что то, что она или другие люди имеют, это дар Божий. Бог дал этот дар. И что мы делаем? Когда мы делаем себе кумира, то фактически мы отдаем предпочтение, мы поклоняемся дарам Божьим, не самому Богу, но этим дарам, которые находятся в человеке. Вы понимаете, да? Вот я смотрел на этого известного футболиста. Месси, такой известный футболист. И он удивительно сотворен. Он такого небольшого роста, и его ноги, они короткие. То есть, вот кто в футбол играет, он понимает, чем у тебя короче ноги, тем ты быстрее можешь бегать, шустрее. То есть центр тебя, он так сотворен, Бог так его сотворил. И поэтому он носится, как угорелый. Простите за выражение. Он очень быстро бегает, а длинноногие за ним не успевают. Он только, длинноногие только ногу вперед, он у него между ног пробегает. И мы восхищаемся Месси. Вау, какой футболист. Но на самом деле, что происходит? Мы восхищаемся дарами, которые дал ему Бог. Мы не Богом восхищаемся в данном случае, но мы восхищаемся дарами. И даже мы говорим, о нет, Месси это не мой, не идолопоклонник, я не поклоняюсь ему. Но по сути восхищаюсь его дарами, которые дал ему Бог. А нужно восхищаться Богом. Какой чудесный Бог, он дал этому человеку такие ноги. Какой чудесный Бог, он дал этой топ-модели такую красоту, которой ни у кого нет. Такой чудесный Бог, он дал этому спортсмену, этому певцу такой голос, такую способность, какой чудесный Бог. Наше отношение должно быть именно таким в отношении к людям. И даже если мы видим грамотных политиков, которые правильные вещи толкуют, правильно говорят, мы тоже должны бодрствовать, и мы должны понимать, если мы молимся за начальство, за власти, то мы должны понимать, что Бог дает им мудрость такую. И я восхищаюсь моим Богом, что Бог дает ему такую мудрость. И он правильно принимает решения, правильно издает законы или указы. Но ни в коем случае мы не должны допускать в нашем сердце какого-либо кумира. Даже наши дети, посмотрите, ведь чьи это дети? Как-то пришла одна тоже девушка молодая, говорит, вот мои дети, я так за них переживаю, мои дети, с ними что-то вот может произойти. Я говорю, остановитесь, сестра, это не ваши дети. И она так, знаете, в ступор, как это не мои?
Говорит, они ваши дети, не ваши. Нет, они как бы ваши, они видно, что на вас похожи. Они родились, пришли в этот мир через вас, но они не ваши. Эти дети, они даны вам Богом. Бог дал вам этих детей, они не ваши. Бог доверил вам этих детей, чтобы вы могли воспитать их, дать им правильное воспитание, вложить в них частицу Бога, помочь им в этой жизни найти себя, найти Иисуса. Ну и, конечно, позаботиться и чуток порадоваться их жизнь. Мы же дети, это же радость, да? Мы же радуемся, смотрим на них, мы радуемся. Но когда мы этого не понимаем, думаем, это мое, мы можем сделать из этого кумира, из жены можно сделать кумира, из мужа, да из всего, из кого только угодно можно сделать кумир. Поэтому мы должны видеть в дарах Божьих Божью славу и не делать себе кумир, не отдавать предпочтение кому-либо из людей больше, чем Богу, но за все благодарить Бога и прославлять Господа. Аминь. И говорить, какой чудесен Господь. Теперь посмотрите. Второе. Господь говорит, не делай себе никакого изображения. Как это? А искусство? А картины? А как? Почему нельзя? Если можно, братья, у нас картина висит внизу, принесите ее, пожалуйста. Вы знаете, когда мы читаем это, Бог говорит, не делай себе никакого изображения. И некоторые люди, они впадают в такой ступор. Ну как это? И все изображения, которые у них есть в доме, они выбрасывают. Правильно ли это? Нет, потому что у этого стиха у него есть продолжение. Бог не против того, что мы имеем картины. Бог не против того, что люди рисуют картины. Это тоже дар Божий, потому что не каждый человек может сделать такую прекрасную картину. Такое прекрасное изображение, перенести это, не каждый человек. Посмотрите, кто-нибудь может, кроме нашей сестры Кристины, нарисовать вот такую штуку? Еще. Кто-нибудь может, кто-то руку там тянет, кто там? Посмотреть. Кто-нибудь может? Вы согласны, что чтобы вот это нарисовать, нужно иметь определенный дар, способность? Конечно, можно этому научиться, но я вам скажу так, вот я по себе говорю, вот вы можете, я это понимаю, вы можете меня учить, и 10, и 15 лет я не научусь. Потому что здесь должно быть что-то большее, взгляд, еще большее что-то должно быть, должно прийти что-то от Бога. Посмотрите, что говорит Господь, Он говорит, не делай себе никакого изображения, и дальше поясняет, какого? Что на небе? Дальше. Что на земле? И что в воде ниже земли? И дальше в моей Библии стоит точка запятой. И стоит, и идет продолжение. Не поклоняйся им и не служи им. И дальше он говорит, я Господь Бог, твой ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. То есть Бог не разрешает поклоняться и служить изделиям рук человеческих. Вы слышите? Он разрешает делать, иначе мы бы жили бы в скудном мире. Но Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Он вложил в нас вот это творчество, искусство. Он сам, посмотрите, если вы посмотрите на природу, вы увидите, какой удивительный Господь, какой Он художник, как прекрасно Он
сотворил, какие удивительные места есть на планете. Живая природа, лучший художник. Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Он сотворил нас любить искусство, любить красоту. Это правда. Но Он запретил одну вещь. Мы можем творить. И те дары, которые Бог дает нам, они прекрасны. Они даны для того, чтобы творить. И мы можем творить. Но Бог запрещает одну вещь. Вы не должны служить и поклоняться тому, что вы делаете собственными руками. И дальше он говорит очень строго и очень серьезно. Я Бог ревнитель, наказывающий детей до третьего и четвертого рода. Что это значит, что Бог запрещает поклоняться и служить тому, что мы делаем собственными руками? Что это значит? Это значит, что к этой картине мы должны относиться как к картине. О, брат, ты прикоснулся к этой картине. Она святая. Как? Ее рисовала Кристина Боченева. Как, из-за чего она святая? Что Кристина ее нарисовала, она святая? Откуда вы это взяли? Как может быть изделие рук человеческих быть святым? Ведь все люди согрешили, и все лишены славы Божьей. Поэтому все, что человек делает так или иначе, оно не может быть святым. Но только Бог, Он святой, и Он делает нас святыми. Мы должны это понять в своем разуме, в своем сердце. Ни в коем случае нельзя делать из вещей, сделанных руками людей, делать что-то божественное, делать что-то, придавать божественность, смотреть на них, как на Бога. Смотреть, что они помогут. Знаете, вот просто представьте, ведь это же не сложно. Ну, братья, сестры, вот эта картина, она помогает от всяких бед и хворей. И болезни. Нужно только вот сюда поцеловать ее. Ну не сложно же. Все. И знаете что? И очередь будет. И будет очередь. Никто не хочет прикасаться к живому Христу. Нам нужно к чему-то вот прикоснуться, такому, что мы видим. И тогда Кристина, у нее бизнес пойдет. Пойдет очень сильно. Мы будем штамповать эти картины, продавать их, распространять по всему миру. И неплохо, Кристина из общаги переедет в хорошую квартиру. Вы понимаете? Услышьте меня. Бог запрещает, это обман. Мы не можем поклоняться тому, что сделано руками людей. Не можем. Мы не можем придавать вещи, сделанные руками людей, какую-то божественность. Оно совершает чудо. Скажите, как оно может совершить чудо? Как? Как творение, если человек не может совершить чудо? А как может совершить чудо то, что он сделал? Ну не абсурд ли это? Абсурд. Знаете, что больше всего меня пугает? Люди в это верят. Образованные люди, умные люди, начитанные люди. Я встретил одного мужчину. Мы завели с ним разговор. И он мне говорит, ты знаешь, я, говорит, верующий, христианин. У меня вот есть крест. Этот крест меня хранит. Я говорю, подождите. Объясните мне, как этот крест может вас хранить. Я бы мог еще поверить, если вот у вас два телохранителя рядом с вами есть. И они вас охраняют. Ну как этот крест? Это отлитое из серебра людьми. Возможно, люди отливали его, знаете, как стандартно. Обыкновенный грешный человек, даже, возможно, неверующий,
отлил этот крестик из серебра, вам повешали его на шею, как этот крестик может хранить вас от ваших бед? Скажите, я не могу понять. Как изделие может хранить вас? Это равносильно того, я могу сказать, ну вот я рубашку купил в церкви, она меня хранит. Но ведь это глупость. Потому что мы должны понимать, не атрибуты христианские, не вещи, сделанные руками человеческие, нас хранят. Но Бог, который сотворил вселенную, который сотворил человека, Он хранит. И такое страшное разочарование. Мужчина теряет крестик. В бассейн пошел, крестик слетел. Горе. Он остался без защиты. Бедный человек остался без защиты. Конечно, если в твоей жизни Бог не является защитником, ты остаешься без защиты. И неважно, крестик есть на тебе или нет. Вы знаете, все это намного глубже. Если мы внимательно задумаемся, все уходит намного глубже. Такие вещи не просто человека опускают в пустоту, они наводят, или такие поступки, жизнь таких людей, наводят на человека проклятие. И человек сам не думает об этом, не размышляет. Знаете, что самое страшное, знаете, видели ли вы такое? Это приводит к тому, что человек, вместо того, чтобы говорить с Богом, он начинает говорить с картиной. Кто-нибудь хочет попробовать? Поговорить? Ну, как бы нет, не с картиной. Это Мария Магдалина, я так... Самарянка, у колодца. Иисус спас ее. Святая женщина. Кто-то хочет с ней поговорить? А почему? Ну, почему бы вам с ней не поговорить? Она, может быть, что-то передаст Иисусу, она на небе, там ему скажет. Почему? Вы простите меня? А почему никто не... Это не шутки. Это вещи очень серьезные. Мы не думаем над этим. Иногда некоторые вещи мы одобряем, мы соглашаемся, но Бог ясно и четко говорит, чтобы мы не делали никакого изображения, чтобы поклоняться и служить. И знаете, дальше, если посмотреть, все вокруг, все служение вокруг изделия рук человеческих. Не вокруг Бога, не вокруг того, кто дал дар. Все движение вокруг этого дара, не вокруг Бога, вокруг дара, который дал Бог. И такое, ну как бы все так покрыто, ну как бы это же вера, это же христианство, это же, ну... Но мы же не отвергаем Иисуса Христа, мы же с Ним, да. Все это так красиво завуалировано. Идолопоклонство, оно есть двух видов. Есть открытое идолопоклонство. Вот если бы сейчас вышел бы человек, подошел бы, поговорил бы с самарянкой у колодца, мы бы увидели бы открытое идолопоклонство. Но есть еще идолопоклонство скрытое. Оно внутри сердца. И никто из людей не может туда проникнуть, чтобы увидеть. Это знает сам человек и Бог,
который обозревает сердце. И Библия говорит, что больше всего в этой жизни мы должны хранить наше сердце. И в том числе и хранить наше сердце от идола. Давайте мы прочитаем еще один текст. Я хочу, чтобы мы взглянули. Третья книга Царств, 14 глава, 15 стих. «И поразит Господь Израиля, и будет он, как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа». Послушайте, что происходит, когда мы делаем идолов. Мы раздражаем Господа. Он раздражается на то, что мы делаем. И его гнев, если мы не отвернемся, его гнев, он придет. Что еще происходит? Вы знаете, вот все эти вещи, они плавно переходят в оккультизм. Человек не замечает, что он становится не просто идолопоклонником, он становится оккультистом, то есть он даже сам того не понимая, не замечая, он начинает поклоняться сатане. И как это происходит? Я рассказывал много раз ту историю, которая произошла в нашей церкви, еще на раннем развитии ее, становлении. В церковь пришла одна девушка, лет 27, пришла на собрание. И пастор в это утро, он проповедовал об испытаниях, о трудностях, которые должны прийти в жизнь человека. И он говорил о том, что мы должны проходить через испытания, мы должны проходить через трудности веры, ну, доверяя Богу. И после собрания эта девушка, она подошла к пастору и говорит: «А вы знаете, у меня вообще никогда не было никаких трудностей и проблем. Я никогда не болела. У меня не было никаких вот, ну, таких, как кризисных ситуаций. Я даже не помню, чтобы что-то со мной случалось. Я никогда ни у кого не просила помощи. У меня очень гладкая и спокойная жизнь». И она так улыбалась, она стояла: «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите». И вдруг пастор обратил внимание, у нее на шее висел такой кулончик, очень красивый кулончик на цепочке. И он так внутренне, Дух Божий побудил его. И он спросил у нее: «Ну, девушка, а что это у вас за кулончик на шее?» И она говорит: «О, вы знаете, это кулончик, я была еще маленькая, еще была ребенком, я еще себя не помнила даже. И моя мама говорила, что я очень сильно болела, и они привели меня к одной знахарке». Она была верующая, эта знахарка. И эта знахарка, она совершила там какой-то молитвенный ритуал, и потом она взяла и повешала мне на шее этот кулончик. И сказала моей матери: «Вот покуда этот кулончик висит у нее на груди, с ней никогда ничего не произойдет. Но если она его снимет, в ее жизнь придут проблемы». И пастор говорит: «А можно я в руки потрогаю?» Она говорит: «Можно, только шею снимать нельзя». И пастор взял этот кулончик в руки, так вот потер его, и он открылся, и она даже удивилась. Она говорит: «Ой», и кулончик развернулся, и оттуда выпала бумажка. Она говорит: «Я даже не знала, ой, что вы сделали, я даже не знала, что он...» Она даже не знала, что он открывался. И бумажка упала, он поднял бумажку, там маленькая записочка такая, маленькая. И на ней было написано: «Дьявол, при жизни ее не трожь, после смерти она твоя». И этот кулон оберегал ее. Он оберегал. Что произошло? Мать заключила, даже сама того не подозревая, заключила завет с дьяволом в отношении своей дочери. И знаете, как обычно говорят про этих знахарей? Но они же верующие, но у них же Библия там, но они же читали молитву «Живые помощи»,
Но у них там были иконы. Ну, подумаешь, там папироса во рту была. Но она же верующая, у нее же дар. И не играет никакой роли. Все лжеучения, которые дьявол придумал, они взяты из этой книги. Взяты и искажены. И дьявол очень хорошо знает Писание. И дьявол тоже, он может творить чудеса. Я помню, это известная женщина, Ванга, вы ее, наверное, слышали, которая могла предсказывать. Она умела, все ее возводят в ранг святых. Но я знаю одного болгарина, он пастор. И он рассказывал. Он рассказывал, однажды пришла одна женщина и говорит, мой ребенок пропал. И она пришла к этой Ванге, принесла свою фотографию, говорит, мой ребенок пропал, помогите найти. И она взяла, эта слепая женщина взяла фотографию и сказала, ваш ребенок утонул, и он находится в таком-то месте, и там он зацепился под корягой. Вот там под той корягой вы его найдете. И они взяли спасатели пошли туда. И действительно, там под корягой, в том месте, они нашли тело этого ребенка. И она говорит, это святая женщина. И этот пастор говорит, она не святая. Тот, кто это сделал, тот и знает. Преступник очень часто себя разоблачает. Тот, кто его туда под корягу утопил, тот и знает место. А мы люди, мы удивляемся этим вещам. Мы не думаем уже над истиной, мы не думаем над Божьим Словом. Мы начинаем доверять этим людям. И сами того, не подозревая, мы становимся идолопоклонниками, далеко уходим от Бога. Далеко. Братья и сестры, у нас есть вернейшее пророческое слово. Божье слово. Мой пастор всегда говорил, Денис, все проверяй по Слову Божьему. Все сверяй с Писанием. Писание настолько объемно. Оно дает ответы на любые вопросы. Нет такого вопроса, который невозможно было получить ответ. Бог через свое слово посредством Духа Святого дает ответ на любой вопрос. Хотите знать свое будущее? Зачем идти к человеку, который будет гадать, если у нас есть Бог, который знает наше будущее, который знает не только наше настоящее, прошлое, но и знает наше будущее, какое оно в его руках. Как узнать? Откройте Писание, посмотрите. Он говорит об этом очень много и очень часто. И мы, как люди верующие, мы должны это понять. Склониться пред всемогущим Богом. Еще раз я хочу прочитать. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу. И что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня и творящим милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. В Любино мы служили там в этой церкви. Замечательная церковь. Там ходила одна сестра, она сейчас ходит. Очень хорошие у нас с ней отношения. Ее сын является диаконом в этой церкви. Когда она уверовала, она пришла из православия. И когда она уверовала, дома у нее на стене, или в углу, это тоже, знаете, почему картины вешаются на стену, а какие-то вещи, которым придают какую-то божественность и какую-то силу, их вешают в угол. Это тоже отдельная история. Она не пришла не из христианства, она пришла из оккультизма. Кто хочет, может найти это, сейчас в интернете доступно.
И вот эта старая икона, там было три святых, по-моему, ну, не помню, ну, изображение трех каких-то людей. И когда она уверовала, то она, для нее, у нее открылись глаза. Она говорит: я поняла, что я раньше молилась, разговаривала с изделием рук, а сейчас я поверила, и я поклоняюсь живому Богу. И она из угла эту картину повешала на стену. Пришла, спросила, я говорю: ну, конечно, уж просто повешайте, тем более она для вас дорога, передана вам там бабушка и так далее. Проходит время, она приходит ко мне домой, говорит: Денис, я ничего не могу поделать. Вот как прохожу мимо этой картины, мне, говорит, так хочется развернуться и поклониться ей. Вот ничего не могу с собой поделать. Я говорю: ну, сестра, раз такая проблема у вас, уберите ее тогда куда-нибудь там, ну, на шкаф. Она так и сделала. Она взяла, завернула ее и положила на шкаф. Прошло какое-то время, она опять приходит ко мне, говорит: Денис, я ничего не могу с собой поделать. Беру пылесос и так мимо шкафа прохожу, и мне так хочется поклониться этому шкафу. Я говорю: сестра, это уже проблема. Вам надо что-то решать. И она говорит: слушай, может, я ее в огороде закопаю? Я говорю: это ваше дело. Вы понимаете проблему? Она говорит: понимаю. И она осенью, она закопала ее, завернула так, знаете, в тряпочку три раза, потом в целлофан, потом еще в тряпочку, потом еще в целлофан такой, все так это, и, ну, чтобы не сгнило. И в углу так своего огорода, чтобы никто не видел, она закопала. И она осень и зиму жила спокойно. А потом началась весна, и ей нужно было этот огород пахать, там садить что-то. И она пришла и рассказывает, говорит: я не знаю, я, говорит, как дошла до того места с лопатой. Так, говорит, мне и захотелось опять поклониться ей. Я, говорит, больше так не могу. Она взяла эту старую вещь и разрубила ее на три части. И стала свободной от ложного поклонения. Я почему рассказал эту историю? Потому что идолопоклонство вызывает зависимость. Человек попадает под некое духовное обременение, и он живет с этим, и выйти оттуда не может, если Господь его не освободит. Живет с этим, лелеет это, и лишает себя и своих детей благословения, которое Бог обещал до тысячи родов. Поэтому если в вашем доме присутствуют вещи, которым вы отдаете предпочтение больше, чем Богу, вам нужно либо изменить свое отношение к этим вещам, либо избавиться от них. Пришел как-то в одну семью, в коридоре на тумбочке стоит жаба. Большая такая. Я говорю: это что у вас? Ну, говорит, ну это же как? Я говорю: говорите прямым текстом. Бог, который дает деньги. И там такая штучка, и как бы туда мелочевка. Там всегда что-то должно, как бы кармашек такой, там всегда что-то должно лежать. Они мелочевку туда из карманов... Она: да нет, нет. Я говорю: да нет, нет, засмущалась. Но мы как бы, у нас Бог Иисус Христос. И берет, обувается ложкой, и вот жаба стоит. И она перед этой жабой ложкой обувается так в коридоре, и даже сама не заметила, что поклонилась. А задела стойку головой, и эта жаба упала ей на голову с этой стойки. Она, расстояние небольшое. И мне больше ничего не нужно было ей говорить. Она все поняла. И в следующий раз, когда я пришел, жабы уже не было.
Слава Иисусу! Братья мои и сестры, послушайте, никто и ничто не должно занимать место нашего Господа. Ничто не должно закрывать, и мы должны следить за этим. И пасторы, и проповедники, и служители, они точно так же должны следить за своим сердцем, чтобы не затмевать, не закрывать Христа, но дать возможность людям увидеть Христа через дары, через способности, через все, что Бог дает нам. Благословит нас Господь. Давайте мы встанем на наши ноги. Кто-то скажет, но если это в моей жизни что-то подобное присутствовало, что мне делать? Ответ очень простой. Нужно покаяться. Покаяться – это значит не просто совершить молитву, Господи, прости меня, там, да, это входит в покаяние. Но покаяться – это изменить свое отношение к тому или иному греху. Вы знаете, иногда мы приходим к Богу, Бог нас освящает. Он открывает нам то, что, возможно, у нас, ну, мы не видим. И Бог через свое Слово, Духом Святым, открывает нам, показывает нам. Он расчищает путь нас, чтобы мы свободнее шли за Ним. И если сегодня Бог, Он открыл это, знаешь, прими решение. Скажи, Господь, прости меня. Библия говорит о том, что люди, они даже доходили до того, что, чтобы расчистить путь, они выносили эти колдовские книги, всякую эзотерику, магию, оккультизм, и сжигали на глазах у всех. И там дорогие были книги, но они выносили и все уничтожали. Они тем самым расчищали свой путь Господу. Поэтому, может быть, стоит от чего-то избавиться, к чему-то изменить свое отношение, поменять свое мнение и быть послушным Божьему Слову. Склоним наши головы, помолимся Господу.